Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Sniper Elite 4. Как вы помните, я закончил именно на этой точке, именно в этой заварушке. Ребята, ё-моё, давайте отсюда сматываться, иначе мне тут край. Куда бежать, ума не приложу. Будем бегать по улочкам. Так, вроде бы тихо, да? Хотя где-то есть точка тут по карте красная, где-то немец, но я его не вижу. Ладно, ребят, давайте двигаться вперед. Туда вон, где желтая точка у нас, наверное, пойдем. Так, она двигается в мое направление. Где-то должен вылезти гад. Но я его опять же пока не вижу. Мы с вами в городе Бетанти. Это я вам напоминаю. Я так понимаю, это Испания у нас вроде бы. Или Италия. Нет, это, по-моему, Италия у нас, да. Так что, ребята, будем аккуратно. А это что у нас такое за новенькое? Смотрите, синие точки. Это повстанцы, ребят, по ходу дела. Да-да-да, и они отбиваются. Ух ты, нифига тут рынок просто ими кишит. Вы посмотрите, сколько их там бегает. Идет поиск врага. Да какой ствол, дайте мне винтовку снайперскую, буду наблюдать. Где они тут? Так, я вижу мясо, хлеб, фрукты. Опа, бочка, ребята. Давайте в бочку. Сейчас, наверное, бумкнет нехило. Ох, ёшкин ты, моталкин. Я тебе не завидую, браток. Классно получилось. Так, ну что же. Давайте смотреть следующую цель. Так, где-то вот тут вот прячется. Мне интересно, если я в эту бочку стреляю. Подождите секунду, сейчас я попробую ему. В бочку будем. Стопудово должен был кого-нибудь там подбить. Не могло все пройти у нас гладко и без потерь. Ну где, где, вылазьте. Ага, вижу, вижу, ребята. Сейчас я его... Получи! Хуча! Готовченко! Ты там что, сальтоны крутишь, братуха? Извини. Что, убили, что ли? Да, по ходу дела его застрелили. Так, ладно. Так, 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 ко мне крадутся. Что ты там высматриваешь? Ёлки-палки, по мне строчат уже, ребят. На! Выстрел в глаз. С такого расстояния. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонько. Да, ребят, мне кто-то пропалил. О, граната, ё-моё, надо сматываться. Конец связи. Какой конец связи? Связь только началась. Ну кто, выбежит сюда ко мне кто-нибудь или нет? Блин, мне еще патроны закончились. Ядрить его на корень. Ну давай, давай, гаденыш, влази. Я знаю, где-то здесь недалеко стоит. А так и хочешь, чтобы я вышел, да? Чтобы гранату в меня очередную пульнуть. Настороженный. Ну что, будем, наверное, нахрапом. Давайте так. А, сразу побежал, побежал куда-то там. Надо его ловить на мушку, ребята. Ну давай, 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 иди сюда. Черт, ты там дофига, укрытие раскрыто. Патроны почти закончились. И патроны кончились. Походу, мне придется брать, ребята, снайперку и валить их там к ядрене фини. Всех абсолютно. Где они тут? Вон он там прячется. Ага, давайте прошивать его через маленькое отверстие. Ух ты, ё-моё, что там ему, печень повредили? Да, ребята, выстрел в печень. Отлично. Лучшего и пожелать нельзя. Как говорится, не убил тебя алкоголь, так я тебя убью. И там еще вдалеке, смотри, бегает под шнырик. И вроде бы пока никого нету, да? Тишина. А, нет, вот, вот, конечно же. Как же так, как я мог его упустить? Ну, выглядывай давай. Смотри, да, засел. Черт подери, а у меня же пульс-то не вечный. Бежит, бежит, бежит. Ох ты, нифига там взорвался, чувак. На, получи. Попали, интересно, или нет? Тюх, ничего себе ему. Просто в висок. Выстрел в голову, отлично. Хорошо, продолжаем нашу диверсию. Ну и где? Где очередная жертва? По карте их еще много, четверо. Но где, не вижу. Погоди-ка, там вроде кто-то. Да-да-да, вижу, вижу, вижу. Сейчас мы его, друзья мои, еще... Куда ты по...
разбежались, а? Слушайте, а может быть мне прилечь, а? Как-то мне так плохо видно, если честно. Может, надо будет действительно лечь. Вот так вот мы сейчас с вами попробуем. Лежа. Но пока, опять же, никого не видно. О, вижу. Так, высунься, высунься. Я тебя прошу, высунься. Так, вижу череп. Давайте тут. Готов. О, а это у нас, ребят, повстанцы выбежали уже. Где же вы раньше-то были, а? Фига они там диверсию устроили. Но где очередная... Ёлки-палки. Не путай меня, а, повстанец. Я тебе сейчас там поору. Кричит. Блин, давайте наверх поднимемся. Может, сверху будет лучше? Тут как раз и укрытие есть, все, что нужно. Даже можно в циркушку забежать. И что у нас здесь хорошего? Кстати, у нас здесь недалеко и задание, между прочим. Надо, наверное, туда избегать будет. Ну-ка, где они тут, а? Что-то я не вижу пока никого. Ну, они же с кем-то тут перестреливаются. Город трупов. И ни одного живого. Кстати, кто-то вот здесь бегает, смотрите, ребят. Не вижу я почему-то этого немца здесь. Хотя он показан. Нужны патроны. Может быть, где-то здесь? Хм, странно, нету. Отсюда нам прыгать не резон, мы разобьемся. Тогда мы побежали на миссию выполнять. Тут как раз 50 метров всего до нее. Вот так вот. Кладбище, значит, обещайте кладбище. У меня задание. А что именно я здесь должен найти? Так, партизаны сказали мне обыскать кладбище. И где? Какое-то надгробие? Походу нет. Странно. О! Установите подрывной заряд. Ну-ка. Что не взрывается? А, установите таймер. Ёлки-палки, тут еще таймер надо было. Поджег его. Вот тебе и весь таймер. Сейчас, наверное, рванет, ёлки-палки. И куда сп... Ну, я думаю, до сюда не достанут осколки. Ну вот. Теперь точно попаду в ад. Не попадем, Ваня, не попадем, все нормально. Где-то здесь задание. Я смотрю, у кого-то есть друзья и под землей. Ты хорошо придумал насчет друзей под землей. Ну что, вроде бы и все. И у нас осталось одно единственное задание. Это звездочка. Надо отсюда выходить нам тогда. И задание: попадите к Софии в замок. 192 метра до нее. Эть, здесь нам не перепрыгнуть. Что-то я запамятовал, а куда надо идти-то? Где я начинал, елки-палки, а? Так, ну здесь то же самое, да? Да, значит, вниз. А, вот, сюда, конечно же, сюда надо. Так, ребят, с вами поговорить нельзя? Нет, молчат, как партизаны истинные. Смотрите, ребята, все, расправились, тут тишина, спокойствие, никого нет. Собираем боеприпасы себе спокойненько. Так, Вальтер Р-38 мы подобрали. Вот и все. Ну что ж, хорошо, раз все. Так, погоди-ка. Вижу цель по карте. Но пока не вижу его зрительно. Ну-ка, дайте-ка я гляну через объектив моей винтовки. Где-то прямо передо мной стоит, по идее. В здании вроде нету. Значит, где-то ныкается. Как раз на углу, получается, на углу домика, да? Ну-ка, давайте потихонечку, не спеша обыщем. Ну, что ты нам дашь? Здесь больше нечего искать. Ничего у него нету.
Ага, сныкается. Ну что ж, пока. Получи. Опа, не понял. А как он так... Убийство, все-таки я его грохнул. А как он умудрился, извини меня, от первого выстрела моего улизнуть? Там прямое попадание было в грудину. Странно. Ладно, нас это мало волнует. Главное, что мы его пригвоздили. Тут еще очень много бочек, которых можно было взорвать. Больше ничего не найти. Ну, раз, Ваня, здесь ничего не найти, нам надо идти с тобой в замок, к Софии. Только почему она в замке находится, я вот этого не понимаю. Смотри, вообще тишина. Всех вырезали. И даже тут. Хотя их тут было целая куча. Как бы нам тут попасть-то? Давайте, наверное, здесь побежим. Может быть, какой-то подъем будет? Или лестница? Пока ничего такого не вижу. Что такое? Кто меня там опять заметил, а? Тихо, 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 ребята. Вот здесь их должно быть много. Что за подъемы-то такие? По каким-то мы с вами тут туннелям бродим. Все, я вас услышал. Так, у меня сколько тут? Перезарядимся нафиг. Не нравится мне это, честно говоря, вот этот автомат. 25 патронов всего. Ну, где ты? Ага, вижу, вижу. Вот он. Ко мне идет гад, надо его сейчас зарезать. Ну что, ребята, режем. Че? Ты что делаешь-то, Ванек? Елки-палки, я же сказал, резать, блин, они... Ой, дурила ты, а, Ваня, дурила. Блин, вместо того, чтобы все сделать по-тихому, выбежали, блин. Так, ну тебя-то я вижу. И тебя тоже вижу. Получи, козел. Сейчас я тебя добью. Может быть, им туда гранату бросить, а? Давайте-ка вот так вот сделаем. Однако. Черт побери, а как он выжил-то? Блин, граната, граната, и выжил, гад. Давайте туда забросим тогда. Прыгать здесь. Ой, это что такое? Ёлки-палки, это моя граната там сработала. Шикарно получилось. Иди сюда. Еще двое здесь. Ну, того, конечно, граната это замечательно разорвала. Мне понравилось. Вот они здесь, да, получается, двое? Или один все-таки? Черт, ну куда ты головой-то ворочаешь? Блин, я сейчас возьму снайперку. Вот, все, отлично. Убийство офицера. Давайте-ка его проверим. Кстати, вот эта вот машина меня, честно говоря, очень сильно смущает. Я ее, наверное, сейчас взорву. Больше ничего. Так, ну-ка, а что у тебя, офицер? О, тихо, тихо, тихо. Ничего себе, выбежал. Вот он и был, кстати, последний. Откуда он только выполз? Давайте-ка, наверное, взорвем тачку. Нечего здесь делать. Отличненько. Грузовик уничтожен. Чего и требовалось доказать. А это что такое, ребят? Смотрите. На воротах можно что-то поставить. Надеюсь, не опоздал. Ага. Подрывной заряд. Таймер. Сматывайся, Ваня, сматывайся, давай. Не стой, не чуди. Че так долго взрывается-то? О, шикарно. Где-то тут, где-то вот тут, да, смотрите. Прямо передо мной, ну не видно. Ладно, побежали туда. Тут уже и звездочка-то недалеко. Есть, найти штаб партизан. Ты должно быть ангел. Есть разговор. Снайпер УСО. Что ж, очень рады. В
бане, все коротко и ясно. Нас. Чего ты ждешь? Давай поговорим. Ну давай поговорим, ангел. София. Ну что же, довольно неплохо. Так, главное, будем, ребят, продолжать. Капрал 4 ранга. Я подрос опять. И буквально чуть-чуть не хватает до 8 уровня мне. Ну что, будем, наверное, переходить с вами на следующий уровень. Мост Риджелино. Выбрать задание. Давайте продолжим. Ага. Так, выбираем себе что. Давайте, наверное, начнем с автомата. Я хочу себе другой какой-нибудь. Ну, в принципе, неплох, неплох. ППШ 41. Кстати, это же наш советский ППШ, да? Ведь вроде, если не ошибаюсь. Так, вооружимся. Так, теперь у нас по винтовкам. Давайте глянем, что у нас с винтовками. Вот это, в принципе, неплохо будет, я вам скажу, ребята. Вот ее надо и взять. Все, отлично. А остальные нужны на 5 звезд. Я не знаю, что это означает. Но в дальнейшем узнаем, обязательно узнаем. Так что оставляем, наверное, ее. Слушай, довольно неплохая, да? Называется она ЗХ-29. Надо будет глянуть потом в Википедию, посмотреть, что это за ЗХ-29. Так, а здесь у нас навыки ранга. Слушайте, а как навыки ранга поднять? Я вот не могу врубиться. А, 10 ранг нужен? Все, понял теперь. Костюмчики улучшения. Зимняя камуфляжная раскраска. Улучшение. Урон, стабильность, зум, камуфляж для мастера. И это почему-то все у меня закрыто. 10 убийств с использованием оружия. 10 попаданий в печень. 50 попаданий в легкое. Это нужно за один раунд, что ли? Ну, за одну игру сделать или вообще в общей сложности? Пока непонятно мне. Ладно, ребят, давайте начинать игру. Задание у нас мост Риджелино. Компания. Так, вражеские уязвимые места транспортных средств отображаются при фокусировке на цели. Уязвимые места и их состояние. Так, для маскировки артиллерийских ударов можно применить против. Ну что же. Ух ты, какой-то лес у нас. Красиво тут так смотрится. Ну-ка давай потрещим, братуха. Лючо. Снайпер. Меня зовут Лучо. Да, Лучо, из разрушенного замка. Ангел подоспела в последний момент. Да, она спасла нас. Она наш ангел-хранитель. Ну, судя по количеству мертвых фашистов, скорее ангел смерти. Возможно, но... Она же убивает только плохих людей. Как насчет тебя? Тоже убиваешь только плохих? Ну, конечно. Так, понятно, ничего хорошего он не сказал. Давайте теперь с Софией поговорим. Хорошо, что ты нашел меня в замке. Так это была проверка, чтобы убедиться, что мы на одной стороне. Наши люди были на волоске от гибели. Опыт говорит, что не всегда можно доверять союзникам. А ты этого хочешь? Проверки? Проверяй. Ну что ж. На виадуке платформа с орудием. От него погибло много наших. Если союзники пойдут здесь, то и у вас будут большие потери. Видно, неспроста вы не решили проблему сами. Считай это проверкой, Фейерберн. Ну что, ребята, подписались мы с вами на какую-то проверку. Разрушите орудие на ЖД-платформе. Вот она наша цель. Ну что ж, давайте тогда пойдем туда. Подождите, тут у нас рация еще есть. Давайте на сетку вызовем. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышим вас, рыжий лис. У Риджелино потерпел крушение американский самолет-разведчик. Его конструкция сверхсекретна.
Вы должны найти пилота и забрать кадры аэросъемки. Также уничтожьте обломки самолета. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Все, ребята, мы получили с вами дополнительные задания. Давайте-ка, наверное, с этим олухом еще поговорим. На дорожку. Карл, я слышал, ты разговаривал с ангелом. Было дело. Послушай, у меня есть осведомитель. Человек по имени Дорфман. Высокопоставленный нацист. Ты веришь ему? Ну, пока Дорфман был надежным источником. Он говорит, что рядом с виадуком крупный тайник боеприпасов. Хочешь, чтобы я уничтожил? Спрашиваешь. Так, еще одно дополнительное задание мы получили. Ну что ты тут со своим компасом? Что ж, надо нам выдвигаться тогда, получается. Вроде бы со всеми поболтали, на сетку вызвали. Поехали, начать задание. Нифига тут зениточка. Нужно добраться до орудийной платформы и уничтожить ее. Вопрос как? Ну, а как мы ее будем уничтожать, дорогие мои друзья, мы увидим в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.